Здравствуйте, дорогие мои! Всем-всем приветик! Ну вот, мы дождались, что на рынках уже продается настоящая вкусная клубничка. Под настоящей я подразумеваю ту клубничку, которую продают люди, сами, которые выращивают у себя на огороде, это вот сельские жители, или же люди, которые выращивают на дачах. Они выращивают все без химии. Без химии она идет, эта клубничка, поэтому она очень-очень полезна, в отличие от той, которую привозят, которую там обрабатывают чем-то, чтобы довести ее до рынка. Итак, дорогие мои, вы знаете, что в плейлисте «Проверено на себе» я говорю все-все о том, что проверила на себе. Так вот, что же я проверила на себе с клубничкой? Вот что, дорогие мои, смотрите. Когда только начинается клубника, она еще очень дорогая, но сейчас уже цены снизились. И поэтому вот с этого момента, когда цены снизились, и до момента, когда уже вот она поднимется, где-то будет 7, 8, 9, а то и 10 дней, вы можете кушать каждый божий день клубничку. И вы увидите, как вы оздоровитесь. Во-первых, если вы будете кушать клубнику, у вас нормализуется давление. Это я проверила на себе. Вот сколько будете кушать, столько таблеток не будете пить. Вот каждый день кушайте. Это во-первых. Во-вторых, у кого судороги в ногах, в икрах, там вот потянулся так вот, проснулся и потягиваешься, бац, а у тебя там палец потянуло или там икру потянуло. Так вот, в клубнике очень много магния. А магний, как вы знаете, вызывает недостача магния, вызывает то, что у человека хватает судороги. Так что кушайте, пожалуйста, клубнику. Это я проверила на себе, потому что у меня тоже бывает, что вот потянулся, и вот хватает судорога. Я клубничку кушаю. Давление, судороги. Затем в клубнике очень много йода. Когда вы будете кушать клубничку, вы, конечно же, нормализуете йод в организме. Йод восполнит недостаток в клубничке. Поняли, дорогие мои? Затем, что еще? Очень много калия. Потом, очень хорошо зрение восполняет. Вот будете кушать вот эту неделю, там, а то и 10 дней, будете смотреть, как у вас денег, сколько у вас будет на клубнику. Будет, значит, чем больше будете кушать, тем больше вы себе, конечно, сделаете очень хорошо для своего организма. Затем, когда вот это вот вы покушаете клубничку, вы оздоровитесь, берете клубничку и на зиму перетираете с сахаром. У меня на моем канале, там, где я готовлю консервации, там написано, как я делаю. Я беру клубничку, килограмм клубнички и 2 килограмма сахара. Хорошенечко я перетираю кусочками и в холодильник. И будете кушать потом клубничку, ну просто как будто вот только с грядки сорвали. Затем можете клубничку даже заморозить в холодильнике. Вот, и тоже кушать. Кто будет так кушать, а кто будет бросать чаек там или водичку там ароматизировать клубничку, водичку клубничкой. Вот. А потом еще я хочу посоветовать вот что вам. Когда вы будете кушать клубничку, у вас попадается там клубничка, которая такая, ну, неприглядненькая, но она сочная. Вы берите и мажьте свое лицо. Это женщинам, конечно, касается. Берете масочки, делаете, взяли клубничку, тут кушаете, одной ручкой кушаете, а второй ручкой берете, смазываете все лицо свое. Затем вы смоете, подержите там минут 5, ну 10 минут, вы почувствуете, что уже стянуло у вас, стянуло здесь все лицо. Тогда вы смываете теплой водичкой или просто прохладной водичкой. И вы почувствуете, что у вас лицо стало такое бархатное и такое нежное. Так что все эти 10 дней делайте так, как я вам говорю. Я тоже это все делаю, я все проверила на себе. Да, и еще одну вот, сейчас я вспомнила. Вот когда вот, знаете, на руках у пожилых людей, где-то ну, после 50 лет уже, вот такие вот появляются пятнышки такие, вот говорят старческие, пигментальные пятна. Так вот, говорят, что это что-то неполадки с печенью, но это не всегда. А это, говорят, что это недостаток витамина С. Так вот, в клубнике витамина С больше, нежели в лимоне.
Поэтому кушайте все эти дни клубнику. Вот я вам посоветовала то, что я испытываю на себе каждый год. Я кушаю все, вот как у меня позволяют средства покупать клубнику. Ну, всегда, вот в прошлом году 8 дней, позапрошлом 10 дней. Ну, будете смотреть, пожалуйста, кушайте. Да, конечно, у кого аллергия, тем, конечно, нужно осторожно, очень осторожно. Вот. Но если вы скушаете клубнику, это тоже я проверила на себе, и вот вас высыпет, сразу берите лоратадин. Это такое вот лекарство от аллергии. Очень хорошо, сразу снимает там все высыпание и все. Это я на себе проверила. Вот. Так что, дорогие мои, ищу, конечно, у кого язва желудка или там проблемы с желудком, то, конечно, нужно осторожно, чтобы от клубники не было хуже вам. А так, конечно, вот пробуйте на себе. Каждый человек индивидуален. Ну вот я рассказала все то, что я каждый год с началом сезона клубничного я вот испытывала на себе. Все, дорогие мои, желаю всем здоровья и благополучия. И всего-всего самого хорошего. Мира, 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 мира. До свидания.